жители и гости микрорайона Лучоса. Мы рады приветствовать всех, кто сегодня пришел сюда, чтобы стать свидетелем замечательного события в жизни Первомайского района. Сегодня в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, года Малой Родины, состоится торжественное и значимое событие – открытие после реставрации сквера имени Миная Филипповича Жмырева. Каждый мог быть счастливым, каждый мог быть любимым, но остался мальчишкой, молодым навсегда. Поклон тебе ширый и низкий! Наш батька Минай! Ты стався нам родный и близкий! Ты – это наш край! Ввысь взлетает он символ мира, свежий запах хлеба, людским надеждам крылья расправляет. Вернется голод, войны исчезают, все люди знают, нет милей ответа. Ну что, танкисты собрались? Боится не самое крупное танковое сражение в Великой Отечественной войны.